Здоровье боевое. Работаем. Чего считаешь? Занимательная физика. Там, в Киеве говорят, что нас тут три раза уничтожили все. Что можете сказать? Не едь. Никому не едь. А в целом, как вот устроена служба? Ну, помимо боевой работы. Да быть налаживаем. В баню ходим. Все нормально. Спортом занимаетесь? Не до этого. Спорт здесь постоянно. Спорт тут постоянно, но не в этом плане. Противник не дает скучать? Да, есть такое. Ну ничего, держимся, работаем. Обстановка спокойная, обстановка доволен. В принципе, настроение боевое. Смотрите, опа заложен. Свет есть, не холодно. Воды, еды у нас достаточно, патронов еще больше. Одного подразделения. Видите, вполне нормальные условия. Ребята имеют возможность пойти отдохнуть, отнести свою службу, выполнить свою задачу. Проблем с этим. Ваня, привет домой. Хотите передать? На Сандовском районе, там где находится телефон, так и передать, передаю привет всем, кто нас знает, помнит. Спасибо за поддержку. Привет. Так, ну давайте показывайте, что у вас тут есть в хозяйстве. Мы находимся на укрепленной огневой точке. Здесь у нас работает двор. Здесь место для укрытия. Собственно, состава отдыха. То есть, если находимся не на боевой дежурке, здесь АТК, тут оборудованы лежанки. Все укреплено своими руками как-то. Достаточно уютно. Можно отдохнуть и укрыться случить. Как ощущения от противника? Ну, я скажу так, противник подготовленный. Нельзя недооценивать их. Артиллеристы бьют довольно точно. Так что не знаю. Ну, настроение у ребят вообще как? Настроение все хорошо, все отлично. Все контрактники не первый раз уже здесь, как бы. Нормально. Таких срывов у нас нет. Молодых парней нет, все взрослые мужики. С семьями, как бы, нормально. Сам откуда? Из Ульяновска. Передать привет кому-нибудь. Передай привет любимой жене, детям, маме, папе. Всем привет, люблю, целую. Ваш я. Передай всем привет родным, всех люблю. Ждите, скоро вернусь. У меня все хорошо. Так что слухом не верьте. Все будет отлично. Всем спасибо. Здесь мы располагаемся, живем. Смотрите, окна заложены. Свет есть. Не холодно. Воды, еды у нас достаточно, патронов еще больше. Никто нас не возьмет. Здесь мы тоже располагаем состав одного из подразделений. Видите, вполне нормальные условия. Ребята имеют возможность поесть, отдохнуть, отнести свою службу, выполнить свою задачу. Проблем с этим нет. Вот сейчас украинский режим распространяет информацию, что мы здесь все находимся в окружении и фактически уничтожены три раза. Что можешь про это сказать? Никакого окружения нет. Нам регулярно приходят письма из дома, посылки. Но наш личный состав выезжает в Республику Беларусь, возвращается назад. То есть связь с домом идет постоянно. Никакого окружения нет. Наоборот, они близки к окружению, практически уже Киев взят в кольцо. A few moments later. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили?